Велосипедист. Мужчина, скорее всего, устал в пути и решил подцепиться к трактору. Ну вот, видимо, сам крутить педали уже устал, поэтому прицепом и поехали. Видимо, после тяжелого рабочего дня крутить педали сил уже не было. И таким образом ленивый челябинец поехал домой. Почти всю улицу Худякова мужчина на велосипеде проехал именно таким способом. За это время он точно успел отдохнуть.